будет хвост, где прикуриватель. Работай, как я даже знаю. Катя, работай. Сигнал. Такой тракторок получается. Осталось собрать гидравлику. Это мой новый помощник, трактор, который я собрал своими руками, мини-погрузчик. Видео по его изготовлению вы увидите на канале, там короткие видео, которые я записывал во время изготовления. Ну и короткий обзор хотел сделать по мини-трактору. Что я сделал? В первую очередь хотел сказать, что давно мечтал собрать подобную технику своими руками для того, чтобы он мне помогал по хозяйству. Где-то поднять тяжелый котел, где-то небольшой грунт переместить в какую-то сторону, скучковать какой-нибудь непонятный там разверзнутую землю после работы какой-либо техники. А также, чтобы он помогал мне, допустим, на участке где-то, может быть, где-то что-то залить надо. Для этого у него есть ковш, он построен на простых советских запчастях, и это удобно тем, что можно в любой момент пойти, а на авторынок купить, если даже что-то сломается, и, соответственно, поставить и дальше ездить. То есть это не импортная техника. Вот. Давайте я поподробнее расскажу, что у меня получилось. Я долго не буду утомлять вас своим диалогом. Скажу лишь о том, что давно мечтал построить его, наконец-то построил. Постройка заняла у меня где-то около 2,5 месяцев. Делал я его не каждый день, а между делами, когда собирал котлы или калориферы. Сейчас пришла весна, у меня было немного свободное время, соответственно, я приложил руки, свои умения, старания, знания и собрал вот такой вот аппарат. Пока еще не забрал наклейки. Эти наклейки мне надо забрать и наклеить. В остальном аппарат полностью готов. Ну и заменю еще пару шлангов, которые, чтобы не торчали вот так вот некрасиво на стреле. Название я ему дал «Кракен». Думаю, такое название будет под стать его виду. Спереди он выглядит как какое-то земноводное существо. И слово «Кракен» ему подходит. Для того, чтобы добраться до недр этого мини-трактора, необходимо отцепить вот такую вот защелку. Далее вот здесь вот отцепить вот такую защелку и поднять, соответственно, сиденье вот таким вот образом. Сиденье поднимается легко, потому что оно поднимается на газлифтах. Внутри мы видим, также поднимаем вот эту вот крышку. Внутри мы видим вот такое вот хозяйство. Здесь у нас гидроцилиндр, аккумулятор, коробка передач от классики, а также генератор. Генератор, как видите, не подключен. Почему не подключен? Потому что у данного двигателя есть своя 20-амперная катушка освещения. Ну, она там 18 ампер, точнее. Но ее более чем достаточно для того, чтобы питать
А вот эти вот фонари. Вот эти вот фонари. Также габариты. Вот эти все. А сигнал. Сигнал. И прикуриватель. А здесь организована небольшая такая, так сказать, как ее назовем? Ну, типа пульта управления. Что у нас еще здесь есть? Тут у нас находится НШ-насос НШ-10 правого вращения, четырехручейковый шкив. Здесь одноручейковый, здесь двухручейковый. А скажу сразу, трактор имеет полноценное сцепление. Это сцепление позволяет нам пользоваться довольно-таки информативно его тягой, что очень хорошо. Сцепление организовано с помощью гидравлического привода, который применяется на классике. От Матиза находится аккумулятор. Также имеется вот здесь вот щелкающий, так сказать, щелкающая масса. А сам трактор собран из двух полурам. Эти полурамы крепятся на МТЗовских наконечниках, как видим, снизу и сверху. Имеется ограничитель поворота передней платформы. Мосты использованы укороченные, колея 88-90 сантиметров. В одном чуть-чуть больше, в другом чуть-чуть меньше. Стрела организована вот таким образом из швеллера, который у нас 12-й швеллер, а рама сделана из 14-го швеллера. Сразу оговорюсь, мини-трактор получился очень тяжелый. У него масса 700 килограммов. Я его лично ездил, взвешивал на местную металлоприемку. Заодно увез туда свой металл, который набрался. 700 килограммов получился. Это очень довольно тяжело. Я загрузил его на свой прицеп «Курган», попробовал загнать. И с удивлением обнаружил, даже с небольшим огорчением, что он продавил рессоры полностью до конца. И у меня тележка села полностью на мост. То есть сейчас надо каким-то образом решать вопрос по тому, чтобы добавить рессоры к курганскому прицепу, чтобы и выдерживал данный мини-трактор. Ну, давайте я покажу, как все дальше у нас работает. Получается, имеется сигнал, кстати, вот он. Если мы включим массу, сигнал будет работать. Далее опускаем вот эту сидушку. Опускаем вот это вот хозяйство. Ой, я уже сам постоянно путаюсь. Вот это в начале, а потом вот это вот. Защелкиваем здесь на этот затвор. Здесь закрываем на вот этот вот затворчик. Я что-то здесь ничего лучшего не придумал, кроме как вот такая вот штучка. Если здесь, если повесить замочек, то вот эта штучка уже не откроется. Ну, получилось так. Здесь вот так организован дымоход. Это у нас габаритики задние. Имеется подсос, имеется масса. Смотрим нейтралочку. Также хотел сказать, что тормоз организован на все 4 колеса за счет гидропривода на суппорт восьмерочный. Заводится вот таким вот образом. Вот так работает. Давайте включим габариты. Вот габариты загорелись. Я думаю, это, наверное, не так интересно. Включим передние фары, задние фары, посигналим. Вот. Вот так все выглядит. Это вот такой ковшик. Давайте покажу работу навески. Ковш сварен из 3-миллиметрового металла, усилен 6-миллиметровыми пластинами для того, чтобы нигде ничего не загнуло. А также вот такой красивый логотипчик. Резина используется ОСКА, это турецкая резина, довольно дорогая, но ради красоты она того стоит. Также имеются зеркала заднего вида. Вот так работает навеска. Подъем даже чрезмерен, я бы так сказал. Наверное, столько и не нужно. С таким подъемом можно лазить куда-то на крышу, наверное. Вот, зачем столько надо и зачем столько получилось, я, честно говоря, сам не знаю, но как получилось, так получилось. Вот. Также имеется кран для плавного опускания стрелы. Его можно отрегулировать, как удобно. Как видим, копир выполняет копирующие движения для ковша.
Вот, видите, он стоит вертикально, как бы мы ни опускали или не поднимали нашу стрелу. Ручной газ, а также имеется ножной газ. Поворот осуществляется за счет гидроцилиндра, а очень легко поворачивает. Смотрите, я пальчиком кручу, очень легко вообще. А груз на стреле данный трактор не чувствует, оно рулевая не чувствует, поэтому за счет вот этого цилиндра это очень хорошо все получилось. Единственное, что не хватает, наверное, это ручника. Ну, ручник я как-нибудь сделаю, а также в планах сделать ему вилы, не вилы, так сказать, вилку для снятия поддонов. И помимо этого, наверное, еще сделаю ковш для того, чтобы чистить снег. Он будет очень большой, где-то раза в два больше, чем данный момент. Этот ковш у нас сделан больше для грунта. Такой вот и получился аппарат. Думаю, такой короткий обзор будет расскажет в общем о том, что у меня получилось. Это сделать может каждый, поэтому дерзайте, пробуйте. Также хотел сказать, что сделал дугу безопасности сзади для того, чтобы, если, не дай бог, произойдет опрокидывание или что-то, она давала возможность ему не кувыркаться, а просто упереться, лечь на бок, так сказать. Вот. Зима покажет, как он себя будет, как он будет работать. А сделан он весь с большим запасом прочности. Еще раз повторюсь, масса 700 килограммов. Ну, вот такой получился аппарат. Как получился, какой получился, такой получился. Думаю, было интересно. Всем спасибо за внимание. Всем пока.